Вторая попытка Иваново стать молодежной столицей Европы не увенчалась успехом. Победителем престижного конкурса стал румынский город Клуж-Напока. Финал международного конкурса на присвоение статуса молодежной столицы Европы 2015 состоялся в Словенском Мариборе. В прошлом году пальму первенства с перевесом в один голос у Иваново перехватил греческий город Салоники. Будет ли областной центр пытать счастье в третий раз, власти пока не сообщают.